На международном турнире «Алем Барысы» в Алматы наш борец Максат Исагабылов стал обладателем бронзового пояса. Сегодня Палуан вернулся домой. В аэропорту его ждала торжественная встреча. Кызылорда ликует. Максат Исагабылов вошел в топ-3 мира. Родители счастливы. Он заставил их поволноваться, особенно маму. Я только молилась за него, но не смогла смотреть на его борьбу. Желала лишь одного, чтобы он победил. Сильно волновалась. Только когда начали все кричать «Ура!» и поздравлять с победой, не сдержалась и заплакала. Материнское сердце, оно такое. Отметим, в чемпионате мира приняли участие 33 палуана из 30 стран. Максат Исагабылов провел 5 встреч. Победил эстонца Мадиса Кару, Чанг Сомбока из Кореи, а также кубинца Леодана Эрна Нара Эрнанеса и узбека Мухсина Хисамединова. Проиграл только соотечественнику Айбеку Ногумарову. Так Максат оказался в тройке лучших палуанов и получил 3 миллиона тенге. «Мы целый год готовились к Алем Барысы. Соперники были сильные. Мотивировал себя тем, что от меня мои земляки ждут только победу. Буду дальше готовиться. Ставлю цель в следующем году завоевать золотые медали Казахстан и Алем Барысы». Что ж, удачи, палуан! Галымжан Жумназар, Шыңғысхан Абаев, Қанат Махамбетов, телеканал «Кызылорда».